Здравствуйте, друзья! На связи Денис Телегин. Сегодня на одном из наших объектов на стене мы будем делать декоративную штукатурку, которая называется «Карта мира». На сегодня это наиболее популярный и востребованный вид отделки. Тем более, что делать мы ее будем не из дорогостоящих материалов, а из более дешевых аналогов. На этом объекте мы делали две утепленные лоджии. И стены этой лоджии мы отделали мраморной декоративной штукатуркой, которая называется «Байрамикс». Об этом я снимал отдельное видео. К байрамиксу идет специальная колерованная грунтовка с кварцевым песком. Она у нас осталась лишней, и именно эту грунтовку мы будем использовать как основной слой, или первый слой. Почему первый слой желательно делать шероховатым, с добавлением кварцевого песка? Во-первых, это визуально смотрится очень красиво, ну и во-вторых, финишный слой будет иметь более надежное сцепление. В качестве второго финишного слоя мы будем использовать акриловую влагостойкую шпаклевку фирмы Семин, предварительно добавив в нее колер. Следует учесть, что шпаклевка после высыхания светлеет, поэтому необходимо сделать несколько выкрасов, чтобы определиться с данным колером. Ну а для работы нам понадобится кельма и шпатель. Итак, друзья, у нас получилась декоративная штукатурка, которая называется, повторюсь, «Карта мира». Вторым этапом мы покроем ее защитным слоем, который называется перламутр. Но это будет уже следующее видео. А на сегодня у меня все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.